Михаил зовут. Да, я вчера подписался. Ну и очень интересно было бы, вот нам сказали, что это, скажем так, рабочий стенд, как вы можете нам про него рассказать. Давайте. Суть такая. Сигнализаторы загазованности, они полезны, необходимы, и сейчас идут споры. Ну а как мы обезопасимся в итоге? Ведь человек с низкой социальной ответственностью, алкоголик, он все равно его отключит. И также будет неправильно эксплуатировать газовое оборудование. Что он не пищит? Да, что он не пищит, я даже недавно в СМИ там читал, что датчики отключают, потому что они очень громко пищат. Я, кстати, доказываю насчет вот именно вашего оборудования, что если он пищит, то это, ну, 99% этого пищит у нас, и находятся мельчайшие. Я скажу, если он пищит, значит, уже есть какое-то нарушение. Возможно, вентиляция плохо работает, или приток идет от соседней парикмахерской, у нас такое было, когда рядом находится парикмахерская, оттуда затягивала втулочную, и на лакокрасочной покрытие, на лакокрасочной ОБЖшке реагировала. Но мы должны же устранить, в том числе и вентиляции, обратиться. Но мы говорим, да, сигнализаторы вещь нужная, но полностью решить проблему это система контроля загазованности, которая будет объединена в единую диспетчерскую, допустим, в ТСЖ или хотя бы в подъезде. Будут стоять речевики, чтобы соседи знали о том, что что-то произошло. И как самый максимальный и отличный вариант, это вывод в единую диспетчерскую службу городских аварийных бригад или там МЧС. Клапан закрылся. Диспетчерская видит. В связи с обнаружением утечки газа в домовладении по адресу улица Сиреневая, дом 5, контролируемых системой САКС помещений автоматически прекращено газоснабжение. Экстренное сообщение об аварийной ситуации отправлено в ЕДДС вашего района. Для предотвращения последствий аварийной ситуации убедительная просьба к соседям проявить бдительность и сообщить по возможным каналам связи домовладельцам о случившемся. В случае отсутствия в доме по указанному адресу жильцов сообщить о происшествии по телефону. Ну, то есть я прекратил, но такая информационная отключение, получается, происходит в отдельной квартире или здесь можно решение, скажем так, сделать, ну, останавливаться в стоях. Вот, в стоях, соответственно, службу можно управлять стояком. Конечно, в квартире плюс по стояку. Тут уже надо оценивать проектом необходимость этого. И такие уже проекты есть, когда идет стояковое отключение. В каждой квартире отключился, стояк отключился, и ДДС приехала, квартиру проверила, выяснила, что там произошло, отключила кран, прекратила газоснабжение, весь дом включила, дом продолжает эксплуатировать оборудование, а, соответственно, та квартира начинает заниматься ремонтом. В принципе, вообще замечательно. Еще термозапорные клапана поставить и вообще обезопасить. Ну, термозапорные клапана, что-то необходимое, но в некоторых регионах ставят просто дымовик, пожарный датчик. И термозапорный клапан сработает при 50, если не ошибаюсь, градусах, 50-60 градусов. Ну, не то есть уже когда будет хороший такой пожар, а если поставить дымовик, дымовой датчик, то при сработке дымового датчика у нас есть такие решения, отключается газовый клапан. А эти датчики проводные или и беспроводные существуют? 220. Я просто как-то столкнулся с таким попаданием, попадая в дом, жалуются на писк от котла. Я как дурачок прыгал, весь котел, я слышал писк, не могу понять. Оказывается, по-моему, на крышке котла или рядом на шкафу лежал датчик, который при ремонте сняли с потолка, положили там, а в нем батарейки сняли. И он периодически пи-и-и. Ну, это датчики полупроводниковые. Ну да. Они на батарейках. У них используется полупроводник.
поисковые сенсоры, они не особо надежны в плане метрологии. То есть они в целом будут показывать загазованность, но точности не такой. Точности метрологически у них будет уплывать порог со временем. Плюс та же батарейка, как она на питание влияет со временем, вопрос. Все у нас датчики имеют аккредитованы, то есть имеют метрологическую поверхность, снабжены сенсорами термокаталитического типа, то есть они точные, но они греются. Сенсоры греются до 60 градусов. При попадании на них газ они еще более сильнее разогреваются. Но здесь же получается метод определения, по сути, термокаталитический процесс. Газоанализатор. Да, это термокаталитический процесс стандартный, меняется потом проводимость, и контроллер все обрабатывает, если адресивно. Полностью собственная аккредитация, вот, делаем. Ну, я говорю, я насчет мы пытались, мы точнее не пытались, мы можем, и мы делали эти датчики на батарейках. Михаил, мы тут все на этом рынке, рынок на самом деле не такой уж он широкий, мы все друг друга знаем. Очень приятно, что вы ведете такой блог. Спасибо большое. Я вчера подписался на него. Ну, спасибо вам за рассказ. Пойдем мы дальше. Ну, а так мы